Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также залетай в Телеграм. Ну шо же, ребята, телепузики у нас тут, фриплей, экстра, стори мод. Нам сюды, ребятки. Подружка у нас тут, смотри. Воу-воу-воу-воу. Чаптер, пролог. Ой-ой-ой, тут что-то дофига всего. Так, ну давай начинаем с пролога. Погнали. Подружка у нас радостная. Телепузик. Дофига себе, блин, погоди, это на заднем плане телепузики такие? А чё они на каких-то хомячков напоминают? Чё за... Прикольно. Ну, окей. Кресло там какое-то. Идем дальше, господа. Вот здесь-то и начинается жесть, ребята. Угу. Three, two, one, go! Я, если честно, ребят, даже уже и не помню, как каждого из них зовут. Не, ну того самого миленького Ляля, да, по-моему, вроде как звали, с кругляшом. Что-то этот телепузик где-то раздобыл офигенную шляпу. А-ля стиль коровка. Я никогда в жизни не смотрел телепузиков. Я вот, блин, смотрел. Это жесть. Как я знаю, в некоторых странах вроде как они запрещены даже. Их запретили. No signal! О, боже, что там за жесть происходит? Кто-то в кетчупе валяется. Тинки-винки. Блин, они обрезали! Я не вижу, сколько очков у меня. А, нет, нормально, мы вообще вытягиваем. Хорошо. Не, хорошие, кстати, приятные голоса. No signal. Стоит что-то там. Ой, господи! Ой-ой-ой! Жесть, они прям как зомбаки какие-то, ребята, лезут. Thank you.
И у них нету пуза видения, ребята. У них нет телеков на пузе. Кто их спер? Что это за штука? А, это камера у него, у бойфренда, смотри. Как-то немного все сливается, не понимаю почему. Вроде он должен петь, не понимаю. Баг маленький. Тут чарт не подходит к песне. Этот поет еще чуть-чуть. Что-то немного подломалась песенка. Ну ничего. Рэп. Пресс Z. Ой-ой. Блин. Блин, у меня нос зачесался вовремя, конечно. Секунду, мне надо просто почесать надо нос. Блин. Нас фоткают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, ребят, тут такое дело, что, к сожалению, крашится игрушка. Вот. Сет, когда мы видим телепузиков, это все легко. Но когда у нас тушится свет, ребята, вот, раз Z нажали. В общем, когда тушится свет, надо достать камеру и ночное видение там включится. Но, к сожалению, у меня не включается, ребята. Но я сейчас придумал, если мы с тобой сейчас просто-напросто зажмем прямо сейчас пробел и будем вот так как-нибудь так нажимать кнопки, то можно, я думаю, доиграть песню. Все, давай попробуем этот трек сделать. Но, к сожалению, это бета модификация. Вот, я зажал. Никакой ошибки нету. Что там происходит, я не знаю. Но вроде как проходим трек. Представьте сейчас там, как мы сражаемся с этим телепузиком. О! Дали свет, ребята, электрик! Дал свет! Нормально! Хорош! Что-то немного вот тут не совпадает, но это в бете, вот, понимаешь? Мы прошли, да, ребята, через фриплей, но мы прошли, офигеть, ну и... Так, в финале. Погоди, мы можем сейчас вернуться. Секунду, экстра стори мод. Хотя, наверное, без разницы, как. Тут просто красиво, понимаешь, чем прикол? Тут очень красивенькие такие картинки, блин. Да, нам сюда, давай попробуем. Финал, ребята, ну что же, давайте посмотрим. Бля! Боже, там импостер, что ли? Осуждаю заранее. Капец. Какая-то миска с розовым чем-то. Боже мой. Импостер, бедолага. Амогус. А, нет, это нифига не... Ребята, это нифига не Амогус. И не импостер. Вы поняли, да, прикол? Прикол.
Ну а так прикинь, реально, если посудить, половина телепузика. Реально импостер. Офигеть, я только сейчас допер, прикинь. Так. Ой, как взбесился-то, смотри. Смотри, сколько накидал стрелочек, а, погляди. Фига он кидает. Хорош. Мне прикалывают их голоса вот эти вот клевые. Хорош, хорош, дружище. Отлично. 3, 2, 1, go! Офигеть! Он украл чашку эту! Он злится, ребята! Он еще как злится! Капец. Ой, я знаю этот режим, тут надо было собирать все миски, чтобы выиграть. А реально? Ужас! Блин, ну вот эти вот скримеры, это вообще круто. Годно. Годно, правда. В Свенди Тубис еще есть волны телепузиков. Так, там еще босс каждые 5 волн. Нифига, блин. Так, а что, мы так быстро прошли? Нифига, блин. Круто. Ну-ка, дай-ка я зайду сейчас во фриплей. Что это, финал? А тут почему-то... Фиг знает, почему не... Засчитывает. Как знать. Финал Destiny. Так, ну получается, вот давай-ка мы с тобой зайдем в экстра. Погнали. Угу. Night Shift. Ого. Так.
А вот это годно. Офигеть, он прям какой-то робот такой, да? Ой-ой-ой. Жесть, конечно, у него рот такой, да? Чтоб колоть орехи, наверное, ребята. Чтоб семечки грыз мне разгрызал, и все. Да нет, я думаю, он куснет за бочок такой вот. Телепузик. В душу смотрит, реально. Новые аниматроники, ребята, пошли. Ну, кстати, 5 ночей с телепузиками, наверное, есть. 100%. О! Блин, как я ненавижу модификации, в которых прям темно. Все, дали свет, отлично. Мне вообще не по себе, ребята. Чисто с роботом таким разговариваем, ребята. Есть глаза у него, конечно. Блин, концовка прикольная, офигеть, посмотрите, как смотрит, а засранец. И мы почему-то здесь оказались. Ладно, экстра, мы еще раз заходим с тобой. Так, это поиграли, дальше вот это. Что это у нас? Первая смерть. Чё, блин? У этого телепузика на пузе Ютубе? А у подружки нашей появился какой-то ник? Про Кавайи? И у нее ствол, она стреляет! Что происходит? Чича? Шуча? Чича? Что он там держит? Какие-то... Ничего не понимаю, но очень интересно.
что за чича? Что он грязь, какие-то комки там держит? Они атакуют. Офигеть. Чича! Блин, это прикольно, конечно. Хорош, хорош. Блин, это прикольный трек. Так, идем с тобой дальше. Экстра, ребята. Так. Санс? Чего, блин? Санс? Телепузик Санс? Это какой-то неправильный телепузик, определенно. Хорош! А чё у него, кстати, на плече? Там какая-то фигулька. Хорош. Если честно, мне вот это больше всех пока нравится, прям вообще. Боже, я вообще бы такое никогда в жизни бы не придумал. Телепузик Санс. Боже. Малютка Санс. Хорош. Его еще, знаешь, носик сердечком, блин. Это вообще прикольно. Офигеть. Так. А там вроде еще... Нет? Нету? Давай, заходим экстра. Угу. Вроде как все, да? Но погоди. Фриплей. Секунду. Пролог мы это проходили, этот мы тоже проходили. Угу. Так, ну-ка давай-ка погоди.
Хоп. Блин, ну это клевая модификация, но, к сожалению, только вот бета, а? Я думаю, ее потом доделают, вообще просто офигенно будет. Погоди, чё он там держит? Погоди, это маленький микрофончик у него, что ли? Ну, телепузика Санса. Что это такое? Я не могу разглядеть, пацаны. Это какая-то фигулечка такая красная. Что это? Я просто постоянно на самом деле на стрелке... Залипаю. Блин, какая же ностальгия по Undertale, ребята, по Дельтаруну. Может, вторую главу, ребята, да пройдем, а? На самом жестком режиме, а? Спустя сколько... Блин, я уже даже забыл, когда выходила вторая глава-то. Но мы зато, кстати... Почти одни из первых прошли. Вот, ребята, это было круто. Ну что же, блин, надеюсь, вам зашла эта модификация. Конечно, блин, ну круто, что... Вот ее доработали бы, было бы вообще супер. Но все равно было круто. Блин, я вообще не ожидал Санса увидеть здесь. Бро, не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братец.